Значит так, кабачки берем 1,5 килограмма, нарезаем, чистим, нарезаем пополам. Если старые, то семена выковыриваем ложкой вот так. Если молодые, я прямо с семенами делаю. В общем, чистим, нарезаем кубиками. 1,5 килограмма нарезал. Дальше лук 750 грамм, почистил, порезал. Так, морковь тоже 750 грамм. Ну и, как его, помидоры 800 грамм у меня получилось. Даже 800, почти 900 грамм. Помидор. Ну, можно вместо помидор, как томатную пасту. Оливковое масло или подсолнечное. 250 грамм надо будет. Уксус 2 столовые ложки. Соль 2 столовые ложки. Сахар 1 столовая ложка. Чеснок. Ну, вот у меня сколько? 5 вот таких зубчиков. 1, 2, 3, 4. 4. Ну, 5 я так делал. Чили, если сами кушаете, то вот одну такую для остроты можно. Если детям, то не надо. И что делаем, значит? Запускаем. Так. Кабачки. Воды не добавляю, если... Можно добавить воду, но я не добавляю. Так, крышка. Крышка. Так, дальше. Наливаем масло. Так, на одной сковородке лук засыпаем, но мы не жарим, а просто пассеровать будем. Так. Другую морковку. Не сильно большой огонь. Блин, заливаю вытяжку с камеры. Там сок выделится и путем не должно пригореть. Так, ну помидоры куда добавить? Помидор, по-моему, можно хоть к кабачкам, хоть к морковке добавить. Давай к морковке добавим.
Так, берем чеснокодавку. Накладываем чеснок в лук где-то минут через 10. Как. Ой, запахи какие пошли сразу. Помидор, наверное, надо было все-таки в этот добавить, кабачкам. Чтобы морковка тоже как-то пассеровалась. Вот так она просто тушится, видать. Ну ладно, это в следующий раз. Так. Так, ну, прошло 20 минут. Кабачки тут вовсю варятся. Все обжарилось. Значит, добавляем сюда все. В одну эту. В одну кастрюлю. Так, вторая сковородка. Месяц, интересно. Так. Теперь 2 ложки соли. Может, сахар кто больше вложит, я не знаю, морковка и так сладкая. Так, и 9% уксус, 2 столовые ложки. Так, 10 минут почти прошло. Так, давай размешиваем блендером. Эх. Блин. На большой скорости лучше получается, но включенную не высовывай, не надо высовывать, а то забрызгаешься. Так, ну и ставлю еще минут на 10. Ну вот, 10 минут прошло. Булькает аккуратненько она с открытой крышкой, когда она стреляет. Все, выключаем и по банкам. Сейчас будем раскладывать.
Так вот пузырьки выгоняем. Где-то с этого объема получилось. Сколько у нас? 5 банок, да, 0,7? Прошлое? Да. Ну вот. Сейчас маленькие банки черные раскладываем. Так, ты помешал? Опять все помешал. Все закатываю, значит. Вот сколько банок получилось. Так, это 0,7, 0,5, наверное. Тоже 0,5. Это тоже 0,5, да? В общем, непонятно сколько. 5 банок по 0,7. В прошлый раз было.